Этого автомобиля ждали многие. Однако это не суперкар, а бюджетный кроссовер. И, наконец, он добрался до России. Итак, встречайте на нашем тесте Renault Duster. Выпускаясь 2010 года в Румынии под брендом Dacia, модель Duster вызывала живой интерес, пожалуй, по всему миру. Естественно, российские автомобилисты не могли обойти вниманием факт появления такого интересного автомобиля. Долгожданное известие о том, что с 2011 года автомобиль под названием Renault Duster будет не просто продаваться, но и производиться у нас, обрадовало всех дачников, заядлых туристов и просто любителей активного отдыха. Действительно, производство началось в конце 2011 года, но официальные продажи стартуют с марта 2012. Так в чем же прелесть Renault Duster? Конечно, первым делом в цене. Если говорить об автомобилях повышенной проходимости, то до сих пор из-за, мягко говоря, недружественного ценообразования российский покупатель в ценовом сегменте около 500 000 рублей довольствовался лишь отечественными образцами. Например, Chevrolet Niva или семейством УАЗиков. В проходимости им не откажешь, а вот управляемостью и комфортом они не балуют. С приходом Renault Duster у нас появляется возможность приобрести полноценный кроссовер. Заметьте иномарку, по цене схожая с Chevy Niva или чуть выше. Уступая, возможно, в проходимости, Duster обладает управляемостью легкового автомобиля и превосходит отечественные полноприводные в количестве опций и, следовательно, в комфорте. Что ж, давайте посмотрим, что это за зверь. Внешность Renault Duster весьма лаконична и в то же время красноречива, но в предназначении этого мускулистого крепыша сомнений не возникает. Частота контуров кузова не вызывает отторжения, все пропорции очень гармоничны. Интересно выглядит и фронтальная часть с хромированной решеткой радиатора. Угловатость дизайна и отсутствие игривости наверняка понравятся сильной половине человечества, а выпуклые колесные арки создают ощущение устойчивости автомобиля. Это отчасти не просто ощущение. Дело в том, что колея сделана довольно широкой, и чтобы колеса не выступали за пределы боковин кузова, арки были расширены. Ну, а к брутальности дизайна это только плюс. Одно из главных преимуществ Renault Duster видно невооруженным взглядом. Взгляните, какой высокий клиренс и короткий срез у этого кузова. Геометрическая проходимость должна быть просто отменной. Высота дорожного просвета Duster аж 210 мм, а углы въезда и съезда 30 и 35 градусов. Это вполне внедорожные показатели, так что можно смело утверждать, что к рельефу преодолеваемой местности автомобиль не слишком требователен. Тестовый Duster оснащен рейлингами на крыше. К слову сказать, их нет только в минимальной комплектации, но небольшие претензии к этой детали есть. Странно, но полезная длина этих рейлингов невелика, и добрую половину занимает пластиковый корпус, к которому крепятся сами металлические рейки. То есть, установив поперечины, можно будет перевозить что-то не слишком длинномерное и не громоздкое, скажем, горные лыжи, а вот с велосипедом уже могут быть проблемы. Невысокая цена Duster не так уж сильно сказалась на интерьере. Да, здесь все достаточно незатейливо, но при этом качество великолепное. Многие детали интерьера Duster напоминают Renault Logan, но все же здесь ощущаешь себя по-другому. Салон довольно просторный, и недостатков в пространстве не будет ни сзади, ни спереди. Впрочем, сегодня я оставлю эргономические изыскания кое-кому другому.
Дело в том, что этот автомобиль вызывает ажиотаж не только среди потенциальных покупателей, но и среди экспертов. Ну, о чем мы хотим поговорить? Конечно, мы хотим поговорить про этот замечательный автомобиль, да? Мне очень нравится. Мне, правда, кажется, цвет не его, мне кажется, черный цвет его. Вот я думаю, что черных покупать будет много, мужички наши, это все понятно. Но мне пластиковый обвес, кажется, что добавляет ему какого-то, ну, интереса добавляет. Мне нравится. Мне заглянем? О! А рычажок на месте. А вот мне нравится сразу этот самый стоечка, амортизатор, да, мини-амортизатор. Да. Аккумулятор, аккумулятор ничем не прикрыт, но клем часовая закрыта. А я хотел бы обратить внимание на складывание сидений. Если мы сложим спинки заднего сиденья, то будет видно, что они не образуют ровную площадку, да, а немножко торчат под углом. Да. Пойдемте посмотрим салон. Должен отодвинуться. Вот так. Ты отодвинулся. Панель приборов, конечно, выглядит, мягко говоря, не очень. Все очень просто, но практично, наверное, собственно, как и в Логане. Впереди меня находится человек, который почти фактически максимально отодвинулся назад. Но я могу сказать, что находиться сзади очень комфортно. А здесь на самом деле над головой дофига места. Это уже не оригинально будет говорить, но машина, конечно, хорошая. Что ж, мои коллеги, можно сказать, разобрали машину по косточкам. Так что можно приступать к ходовым испытаниям. Наш кроссовер оснащен 102-сильным двигателем объемом 1,6 литра. В чести компании Renault надо отметить, что на российский рынок было решено вывести версию Duster с 2-литровым мотором, что очень радует. Ведь европейский родственник Dacia Duster продается только с двигателями малого объема. К сожалению, более мощная версия нам не досталась. Впрочем, и тестовый вариант оказался неплох. Динамика Duster с двигателем 1,6 литра достаточно скромная, но коробка передач подобрана очень удачно, поэтому на первых трех она разгоняется достаточно уверенно. В диапазоне скоростей до 60 км в час Renault Duster может быть вполне динамичным. Конечно, приходится раскручивать мотор и до 5000 оборотов в минуту, а может и выше. А вот при движении по трассе дела обстоят не так хорошо. После 100 км в час набор скорости весьма вялый, какую бы передачу вы ни включили. Наиболее интересно поведение Renault Duster на снегу, причем как на бездорожье, так и на ровном покрытии. Поездив по глубокому снегу, я убедился в верности предположений о проходимости на основании большого клиренса. Duster может очень уверенно ползти, даже нагребая перед собой небольшой сугробик. При этом очень радует, насколько хорошо продумана коробка передач именно под эту машину. Первая передача работает почти как пониженная во внедорожниках, хотя застрять на Duster все-таки можно. Но на ровной снежной площадке это вообще восторг. Благодаря достаточно коротким первым трем передачам поддерживать все четыре колеса в пробуксовке можно даже на этом моторе. Так что я не отказал себе в удовольствии повальсировать между разметочных конусов. Благо управляется автомобиль на снегу просто отлично. Компании Renault удалось сделать весьма примечательный автомобиль, сочетающий в себе многие полезные для нашего покупателя качества. Как им это удалось? Мы попробовали разобраться в этом и побывали там, где рождается российский Duster. Мы присутствуем на московском заводе Renault, где и собирается Duster. Давайте посмотрим, как это происходит.
Производство на заводе происходит по полному циклу, включающему в себя и сварку, и покраску. Конвейер для всех общий. Помимо Duster, по нему движутся и Logan, и Sandero. Все операции производятся на самом современном оборудовании. Многое выполняется роботами, почти без участия человека, как и полагается на современных заводах. Мы задали несколько вопросов бренд-менеджеру компании Renault Россия Сергею Кузьмину. При разработке автомобиля Renault Duster компания Renault ориентировалась на, прежде всего, на мужчин, конечно же. Именно поэтому дизайн автомобиля сделан таким несколько брутальным. Это, конечно же, семейный мужчина, молодой и среднего возраста, от 30-35 и выше. Очень отрадно отметить тот факт, что к Duster очень большой интерес проявляет и молодежь. Duster – это серьезный проект, благодаря которому Renault однозначно укрепит свои позиции на российском рынке. Что ж, команда автоитогов разделяет последние слова нашего собеседника. Машина и вправду удачная. Вот только хватит ли Дастеров на всех желающих? Мощности завода позволяют производить до 80 тысяч Дастеров в год. Сейчас их намного меньше, но с каждым днем объем увеличивается. Некоторые недочеты интерьера в силу бюджетности Duster уравновешивает хорошей внешностью и достойными ходовыми качествами, за что наш испытуемый и получает 73 балла. Подробнее об этой машине смотрите в других блоках.